одеты по форме снизу. А сверху чего не обработали? Было бы легче разговаривать. У нас это называется конь. Тимка, как? Конфиксация. Хочу с вами поразговаривать маленько. А то так поворачиваюсь, что более мы с вами и не увидимся. Так вот, братва, чего хочу я вам сказать. Вы на меня уж не обижайтесь. У нас ни товарищев, ни благородиев. Мы с мужиками порешили просто. Братва и хлопцы. А как женщин будете величать? Баб тоже придумаем, как назвать. Ты помоешь. Больно жалко мне вас. Вы там по железным дорогам бьете друг дружку. А у меня тут свои владения. Я могу тут воевать хоть 1000 лет. Ну и железную дорогу проверяем, когда надо. Верно, Никита? Верно, батька. Ослы они. Ты не суди их, Никита. Это они заучились маленько. Так вот, братцы, я... Это... Тимка, как? Экскремент. Да, я это... Экскремент хочу... и сделать. Ты погляди, Тимка. Опять смешливые попались. Ведь я могу его и не делать. Вместе с ними через 5 минут у Бога будете служить на небе. Или у ангела на земле, верно, бать? А вы все одно туда пойдете. Значит, есть 2 путя. Или у меня в штабе служить. Ну, понятно, начнем с рядовых. Надо еще вас в деле проверить. Кто быстрее дослужится... станет Тимкиным заместителем. Ешь надумал кто, пущай голос подаст. Нету. Тимк, они нами брезгуют. Ну, насчет другого путя вы тоже ж не все знаете. Сперва запрягем вас в телегу, повезете меня до ближнего хутора. Сколько верст, Тимк? Верст 7. Недалеко. Не повезете. А у нас есть хороший способ. А потом мы вас потопчем. А пить никто не надумал. А мне Антоша говорил, промеж вас немых нету. Аська, распягай! Я на других мерядах поеду. Ты что там шепчешь, полковник? Что ты рожу-то опустил? Для начала я хочу плюнуть твои зенки, чтоб ты батьку нашего не обижал. Ну-ка, держи голову повыше. Вот. Открывай дверь! Всего